так, пацаны, катосим, в общем, катосим. Блин, на улице похолодало, вообще так прям прилично, так нормальненько, так, не знаю. Пятерочка, наверное, плюс 5. Резина холодная сейчас, поэтому, блин, наваливать как бы небезопасно. Вот это дороги, жесть. Просто не особо часто ездил, ну, здесь дороги просто вообще трэш. Сейчас, короче, обслужили немного мой мотик. Ну как мой, бывший мотик. Смазали цепочку, подрегулировали, натянули цепь. Потом отрегулировали сцепление. В общем, чуть-чуть позанимались так вот. Новый хозяин говорит, если, говорит, я не разбираюсь, говорит, я не лезу. Вот это вот правильный подход у человека. Пацанчики, сейчас мы маленечко вжарим. Вот мотик после синхрона работает прям четенько. Дяди, 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 полицаи! Да, нормальные пацаны, вот. Чё, вот пацаны, да? Вот, блин, вот чё за менты? Вот мотоциклисты вот прям близко даже не трогают, они от них отворачиваются прям. А вот на машине ты едешь, да с тобой все что угодно тебе могут впаять. Там выписать что-нибудь, штраф там, еще что-нибудь там, парить пешехода там, блин. Такое вот у нас отношение, да? Но зато когда поймают... Но зато, когда поймают мотоциклиста, они с ним будут прям, вообще прям, вообще прям, как ни в сказке не рассказать, блядь. Я же говорю, в городе надо аккуратнее быть, на перекрестках, на всем, блядь, на всех, блядь, таких вот от опасных участков. Лучше, как говорится, спокойненьком проехать, чем потом спокойненько реабилитироваться несколько месяцев. Ну нахер надо. Колодец, ёпта, прикиньте, пацаны. Жесть. Там, если кто-то будет говорить, типа, ты медленно ездишь. Да, ребята, я езжу медленно. Ребят, я не в игре. У меня нет Атантини. Если что. Я говорю, все равно, говорю, движухи еще много. Да, 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 да.
Блин, ребята, знали бы вы, какой кайф. Свежий воздух. Ты вот разгоняешься, ты чуть-чуть так подмерзаешь, да? А потом ты скорость сбавляешь, ты так прям согреваешься теплом от движка. Да, звук у меня тоже огонь на каве-то. Ну и кавушки, звучок-то я делал, пацаны, а тоже такой топовый. Ну и что, никто не соблюдает режим самоизоляции, ребят. Вот сейчас мы посмотрим. Вот основная, как говорится, у нас такая точка тусовочки. Это вот здесь вот. Это на набережной. Ну хотя вот в масочках люди ходят, в масочки одеваются. Масочки уже ништяк одевать. Опа, да тут гравий. Да тут гравий. Нихера тут сколько гравия. Просто жесть. Это же опасно. Вообще вид четкий. Четкий такой видок. Ну ты уже, ты как мотик купил, уже трешку накатал. Я вот только сколько, с недельку уже катаюсь. Еще рубасика нет, и то, блин, я катаюсь, блин, тоже почти каждый день. Ну да, ты кругосветки нормально делаешь, походу. Блин, такой прикольный видок отсюда. Вот такие вот ребята у нас по катушке. Такие вот, мотодвиж такой. Еще один раз до Димитровграда, блин, потом. Куда-то уехал. Да, да, прям вообще мотик, прям вообще вещь такая, прям отдыхаешь вообще конкретно так. Вау, ребята, вот здесь вообще четко. Здесь сейчас никого нет, сейчас режим самоизоляции. Вон там, ребят, огонь у нас горит. Постоянно такой, ну, грубо говоря, вечный огонь, да? Вот там всегда народ есть, греется. Не знаю, в этот раз будут там люди, не будут. А так все время там, сколько раз проезжая, люди греются. А в этот раз никого нет. Вот у нас, пацаны, огонек горит. Прикольный такой. Четенький, четенький. Хера там движ. Нормальный такой движ. Блять, сука, бордюр ебаный, бля. Короче, ребята, у нас здесь дом культуры, ну, дом правительства. Чики, чики ходят, чики. Самоизоляция, да, пиздец, все нахуй гуляют, бля. Да, бля. Пиздец, бля. Всем вообще похер, вообще мясо, 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 хочу мясо.